Бездомные собаки пробежали между жителями многоэтажки в Лангепасе. Здесь под крыльцом дома нашла пристанище дворняжка. Спустя несколько дней собака принесла потомство 8 щенков. Пока одни соседи подкармливали животных и даже обустроили им теплую лежанку, другие требовали прогнать четвероногих. Решить конфликт помогли волонтеры. Они приютили дворняжек, правда, не сразу. Добровольцы около месяца мастерили новый дом для собак. Мы всем обещали, что у нас нет возможности забрать прям молниеносно, потому что не готово место. Каждого попросили о помощи именно руками, ведь у нас лежал стройматериал и все необходимые инструменты. Но, к сожалению, кроме требований, просьб, ничего больше мы не получили. То есть, Валер строили своими силами.